Граффитист Люк Фриден – первый художник, который приехал из далекой страны на пленэр в Гродно. Традиционно в нем участвуют только представители соседних стран. Дома в Швейцарии Люк выиграл конкурс среди лучших художников. Прежде парень не рисовал на холсте. Его стихия – это стрит-арт. Две недели Люк работал с лучшими художниками Беларуси, Польши и Литвы. Теперь его работы составляют значительную часть общей выставки. Раньше я никогда не участвовал в подобном. Мне понравилось. Для молодых художников это прекрасный шанс познакомиться и поработать с мастерами искусства из других стран. Я считаю, что такие пленэры необходимо проводить. Здесь мы открываем для себя много нового и интересного. Здесь мы делимся своим искусством. На этот раз, в отличие от прошлых 7 пленэров, художникам предоставили абсолютную свободу творчества. Мастера искусства не были ограничены одной темой. Каждый выбрал то, что ему действительно нравилось и вдохновляло на создание настоящего произведения. Безусловно, источником такого творческого порыва, признаются сами художники, стала красота природы. Я пишу природу, да, пейзаж, но он у меня такой немножко концептуальный. Я не рисую реалистический пейзаж, хотя мотивы беру с природы, да. На многих работах нескольких художников, в том числе и граффитиста Люка Фридена, изображены лошади. Дело в том, что в конюшне агроусадьбы, где работали участники, пополнение. На свет появились же ребята. Художники не смогли обойти стороной это событие и запечатлели благородных животных на своих картинах. В этом году мы решили сделать акцент на разные техники исполнения. Люк Фриден – это граффити, потом работа маслом у нас велась, акрил, тушь-перо, карандаш. То есть вот наши посетители, которые придут посмотреть выставку по итогу пленэра, то они могут увидеть разнообразные совершенно работы. Международный художественный пленэр – это площадка для творцов, где они смогут открыть для себя новые горизонты. За эти две недели они полностью погружаются в мир искусства. Многие из них уже знакомы давно, а многие только начали перенимать опыт старших коллег и охотно делиться своими знаниями. Люк Фриден уже скоро вернется домой в Швейцарию, но впечатления от поездки у него останутся надолго. Увидеть картины лучших художников 4 стран можно в Гродненском выставочном зале до 18 июня. Анастасия Бояринцева, Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.